Ну вот говорят, что у нас молодежь хорошая. Плохая, вернее, да? Хорошая у нас молодежь. Вы видели, что тут творилось, да? Талантливая наша молодежь. Так, ну я вам скажу, сегодняшнее мероприятие, вы знаете, чем посвящено, да? Сбору средств для строительства памятника. Значит, с чего началось? Приехала Света, это было месяц назад. И мы с Верой Михайловной встретились. А Вера Михайловна говорит: Свет, дай благотворительный концерт. Она говорит: хорошо. И все, и закрутилась, и завертелась. Понятно? Вот. Вот с чего началось. Ну, и что такое организовать концерт? Это значит со Светой связаться, выстроить репертуар, да, рекламировать надо всему городу, что будет происходить такого-то, такого-то числа, там-то, там-то. Выпросить зал через администрацию города, через ГОК. Вот всяких-всяких разных вот таких вот, что говорится, прибамбасов, да? Ну, вот и все. Вот и все, вот и сегодняшний вечер получился. Народу было не очень много, потому что нужно было нам сделать основную, наверное, афишу около дворца. Но все равно спасибо городскому нашему телевидению, спасибо «Эхо недели», спасибо жителям, спасибо Астахову Владимиру Андреевичу, нашему председателю Печенского совета, потому что он и печатал все эти объявления, в общем, все через свой компьютер он это делал. И вот так вот получилось. И я вижу, что люди довольны. Правда? Получила удовольствие? Вот надо их почаще привлекать, давать такие концерты в нашем городе. Правда? Приглашаем москвичей откуда-то, платим им деньги. Правильно я говорю? Свои вон дети какие, посмотрите. Что певица, что музыкант, да? На высшем уровне. Два молодых человека, мастера своего дела. Как певец, так и музыкант. Правильно? Жаль, что было не очень много народу. Ну, ничего, мы учтем наши ошибки. Вот. А есть мысли, может быть, еще какой-то концерт организовать или еще? Да ради бога. Вот на следующий год можно запросто их пригласить на День города, допустим. Могут же выступить, да, запросто. Вот. Ну, любой другой концерт. Это надо со Света с удовольствием. Она же здесь родилась. Понятно. Построим. А чего ж не построим? Конечно, построим. Конечно, построим. Это святое дело. И вообще, испокон веков люди всегда приносили свои, как сказать, пожертвования, да, на строительство памятников и храмов. Это было, есть и будет. Кто чем может всегда помогать.